Вон такая вот красотень. Вид какой. Только здесь очень много мух. Они прямо у селфи-палки скопились. Видно даже по видео, что они следом за мной бегут. Я бегу от них. Это мы все вот вокруг одной горы крутим, да? Получается. Ну, по сути, одни и те же горы, как бы один и тот же лес, я так понимаю. Ну там, где последняя парковка была, тот этот вот этот самый лес. Подойдем до ее. Угу. Давай, придумывай историю про дом. Нашли старый ирландский разрушенный дом, в котором жили ирландцы, оппозиционеры, революционисты. И однажды их дом разрушили, подожгли, и... Вот, да нет, это все фигня. То, что я сейчас сказала, это... Какой-то домик здесь уже, ну, какое-то строение, а вот здесь даже лестница. Здесь лестница даже есть. Вот. На крышу. Не знаю. Так, а мостик перекрыли, чтобы никто не ходил, но он такой старый, как бы это, как сказать... Аутентичный. Протекает речка. Синяшечка, а там еще слизняк такой его жрет, сидит. Может, это вешенки какие-нибудь вообще? Он так сливается с грибами, что непонятно, что это слизняк. Ну, блин, он его ест ведь? А я нашла вульгарное дерево. Неприличное. Как-то смешно. Идем вдоль берега. Там еще один мост вижу вдалеке. И здесь тоже, да, вода такая рыжая, красная. Здесь тоже такие каменистые берега у реки. И что, мы как дальше сможем подняться? Интересно. И самое что интересное, здесь вот это вот не просто берег, а вот такая как... Выложенная стена когда-то очень давно. Вот мы до моста дошли. Наверное, была глубже эта река когда-то.
ростом с меня, наверное, точно. Да я думаю, что я должна справиться. Так. Такой рыжий цвет. Угу. Тут вот где мох, наверное, получше. Цветочки. Красиво. Смотрите, какой красивый вид. Там вдалеке так уходит река в лес. Слава у меня уже убежал. Идем очень-очень осторожно, потому что скользко, мох скользкий. Я уже сегодня покупалась в болоте и упасть успела. А тут прям как на пляже песочек. Так, выключаю камеру, чтобы пройти. Я просто не могу не снимать, потому что очень красиво все это выглядит так. И снимать хочется, и как бы достаточно опасно ходить. Смотреть нужно и под ноги, чтобы кадр более-менее красивый был. В общем, вот. Вот как раз о чем я сейчас и говорю. Я уже боюсь, когда Слава падает, потому что я тоже начинаю падать почему-то в эти моменты. Поближе подошли здесь, к этому мосту прикольному. Обросшему лианой. Ну все, выбираемся мы на верхнюю дорожку. Дальше идем. Что там за камни такие? Что за Стоунхендж ирландский? Тут вспомнили мы со Славой, что здесь были как-то в том году. И здесь такое интересное здание, там у него такие на крыше, как бы соломенная крыша, и на ней какой-то мох такой интересный растет. А осенью, когда мы были, он, по-моему, мне кажется, какой-то зеленый был этот мох. Не знаю даже, что здесь было раньше. Здесь написано, но на ирландском языке что-то, да? Что здесь было? Не знаю. Пиабары какой-то или что? Как это читается вообще? Здесь уже можно увидеть, где мы. Кинити Форест. Лес Кинити. Вот здесь мы тогда были осенью. И дальше, по-моему, мы так чуть-чуть прошли здесь немножко. Все, и дальше не пошли, потому что времени не было. Но осень, конечно, не так, потому что все серое такое достаточно. Здесь какие-то старые тоже стены разваленные. В общем, тут таких мостиков несколько. Чтобы не прыгать через эти роднички. Оу!
Неплохо. Как-то поставили, да, что они не падают. Прикольно. О, какое дерево тут упало. Тарзан. Маугли, не знаю, как еще его назвать. Так выглядит, как будто он его свалил и такой сейчас идет. А, там маленький тоже этот. Тоже кто-то камушки так ставил пирамидкой, вон он там смотрел. Меня почему-то все время бросает, потому что я тут веду съемки. А Слава там что-то интересное увидел на дереве, стоит, смотрит. Успею я добежать, посмотреть? Так, еще двое смотрят, стоят. Что там такое? Что за интрига? Птичка. Что там? Что там? Кто? И все? И поэтому два стоите и смотрите наверх? Нет. Шишка упала. Я думала, там белка, я не знаю, там... Нет, ну, может, там белки есть? О, прикольно. Вообще. Как оно тогда обросло? Тут без фоточки не обойтись. Так, пошли мы наверх, нашли тут... Дошли до одного места. Тут еще одна парковка. А мы пошли наверх. Обещают, что там будет красиво. Посмотрим. Вот на подъеме уже красиво, да, становится. Ну, здесь везде красиво, конечно. Там вдалеке коровки или лошадки не видно. Наверное, лошадки. Какой красивый вон мухоморчик. Увидели. Он тут не один, тут семейка целая. Сейчас я попробую заснять. Вон в мхе. Вон там. Семейка мухоморов. Говорят, что клещи все-таки можно встретить здесь. Поэтому немного так напряжненько куда-то глубоко залезать в лес. Не хотелось бы клещей подцепить. Да? Я не помню, тебя спрашивала, тебя клещи кусали? Я всех убираю. Да. Мне тоже. Пока что. Это я. И я уже это начинаю уставать в гору подниматься. Там сзади кто-то бежит. Угу, осторожно. Ай. Ну вот нельзя, нельзя пройти мимо и не поздороваться даже в лесу. Даже бегом. Даже когда человек бежит. Она, наверное, сейчас уже кайфует, она уже с горки бежит. А в горке, наверное, было так. Не особо. Ну, давай, подтянемся побыстрее. Вон там, смотри, сейчас красиво будет. Снимать там, там красивей. Ваши комментарии, что вы скажете? С этого места открываются прекрасные ирландские пейзажи. На молодой лес. На молодой лес. Видно, что его так рядками посадили. То есть с одной стороны они садят, с другой пилят. Вот. Ну как пилят? Срубают, пилят. Вот.
достаточно сегодня вот в этом месте уже много людей, потому что воскресенье опять. Вы поняли, где люди, куда люди уезжают? Расскажи, нет, не слышно. Да, я знаю. Да, в городе по воскресеньям обычно тихо, никого нет. Мы все думали, что просто все сидят, короче, по домам и такие, типа, никуда не ходят. Но, судя по всему, сюда на природу ездят местные, потому что людей достаточно много во всяких вот этих вот туристических точках. И просто там на обед, да, вот мы видели там, люди обедали, сидели. Ни в одном месте, как бы, мы видели. Вот. Молодцы, в принципе, что выезжают. Тем более, это бесплатные места, доступные, везде дороги есть. Что ты улыбаешься? Посмотрите, какие интересные деревья, как на картинках. Видно? Ты хоть не на ширик снимаешь? Нет, конечно. Что на ширик не видно будет. Вообще прикольные. Такая аллейка из 5 деревьев старых. Да, аллейка из 5 деревьев. Ну это же аллейка маленькая. Как это? А может не 5. Да, из 5. Еще до 5 считать умею. Пока что да. Если продолжу записывать видео, а не тренировать математические навыки, то я забуду. Угу. Под ногами эти, как их, каштаны это? Это каштановые деревья, много таких. И как я увидел это? Блин, далеко. Мы, короче, увидели этих. Кто это? Олени, да? Маленькие. Да, это Бэмби, Бэмби. Не уходи. Вот он, вот он. Блин, все, они убежали. Но это я первый раз в жизни так в природе увидела, конечно. Хоть и далеко, но это было прикольно. Возвращайтесь, ребята. Ну что, мы прогулялись сегодня по тропинкам, по лесу. Все, увидите видео. Обязательно напишите комментарий, если вдруг какие-то вопросы есть про природу Ирландии или что-то посмотреть хотите. Потом интересное. Но мы уже поехали домой, мы уже прошли 8,5 километров за сегодня. Так что проголодались уже и поехали домой. А с вами увидимся в следующем видео. Пока!